Пришло время пообщаться с вами, уважаемые посетители канала. Как я говорю, канал называется Малахов Геннадий. На нем я рассказываю о своем житии-бытии, чем я занимаюсь. В основном так. Ну вот начнем. Игорь Макаров, 3 дня назад. Все, едим проросшую пшеницу с пестицидами, гербицидами, тяжелыми металлами, радиоактивными частицами, с овощами и фруктами, в которых то же самое. И здоровеем на глазах, и столько в день надо съесть, чтобы оздоровить. Я ответил, если хилый, сразу гроб, сохранить здоровье, чтоб. Ну что вы хотите, все захимичено, все. Овощи, фрукты. Ну, естественно, все животные продукты, все захимичено. Поэтому здесь уж идем по наименьшему пути. Это к видео «Целебная кулинария». То есть даже из этих продуктов можно сделать нечто полезное для себя, нежели если мы вообще ничего не будем делать. Понимаете? Я лично так считаю. И рассказываю о том, как из обычных продуктов, которые стоят копейки, можно приготовить то, что нам продают в аптеках под видом биологически активных добавок за солидные деньги. А именно, я рассказываю о проросшем зерне. Поэтому, если вы хотите это знать, как и что это делается, как оно работает, как это приготовить, пожалуйста. А не хотите, ну как хотите. Я сейчас, так сказать, в форме нахожусь. Энергетика моя повысилась после того, как я хотел вообще рассказать об отдаленных результатах чистки печени. Ближний результат этот, мы видим то, что вышло, поэтому судим. А отдаленный результат, это уже следствие того, то, что вышло, и ранее на это тратилась энергия, а именно на рост болезнетворных организмов, как-то их сдержать. На все это тратилась энергия. Как только мы избавились от этого, наша энергия, которая ранее расходовалась на то, чтобы сохранить как-то здоровье в нашем, так сказать, обремененным пестицидами и прочими веществами организме, она начинает работать, и вы чувствуете мощь, вы чувствуете, о, действительно, крылышки полетели. Вот это уже дальние эффекты от той же чистки печени. Кстати, я вам расскажу о том, какие я испытываю изменения в своем организме, откажавшись от сахара. Вот когда я почистил печень, второй раз я отказался от сахара. И это уже примерно где-то у нас, наверное, с месяц. Месяц, и вот я специально сделаю передачу, мой там месячный отказ от использования сахара. Сладкие это вещества, там, ну, немножечко меда там я добавляю. Сейчас откупил сухофрукты. Ну, это будет отдельная передача. Я думаю, она будет интересна для вас. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.про. Доброго здоровья и до новых встреч!